Подписчикам привет. Сегодня будем собирать душ на метр на 2, на 3 в высоту. С трапиком, с баком, с парничком. Пока приехали, выгрузились, приступаем к монтажу. Так вот, лежа на боку, практически готов у нас каркас. Собрали, обшили. Сейчас добьем шайбы, крышу и пойдем ставить его на место. Монтаж у нас, напоминаю, строили сегодня душ метр на 2 на 3. Идем смотреть. Дверь. С торца шторка, комплект душевой, бак 200 с подогревом, парник прозрачный поликарбонат 4 мм, стены белый поликарбонат тоже 4 мм, есть трапик, есть брус 100 на 100 пропитан антисептиком, закреплен колышками под трапиком, каркас теплицы труба 2040-2020, покраска полимеропорошковым способом, цвет шоколад. Вот такой отличный душ летний у нас получился. У меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы. Всем. Помимо душа у нас тут уже стоят две теплицы. 3 на 6 арочная и 2,5 на 4 арочная. В них мы поставили систему подвески и установили термоприводы на форточку. Все как просили клиенты, так и сделали.